толкование на откровение Иоанна Богослова. Кассета первая, 7 глава, 6 стих. Оставив в забвении все, перед ним был только Христос. Память о его страданиях была столь сильна и постоянна в святом Франциске, что на теле его даже открылись раны Христовы или юродивые Христа ради. В забвении, оставив все, принимали на себя все насмешки и поругания, оставили не только свое имущество, но были в глазах людей как безумные. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч. Симеон означает послушание. Это Богом оправдываемые за повиновение Его заповедям, люди, полностью побеждавшие свою волю и жившие в послушании. Таковы были многие иноки, как, например, Сергий Послушливый, 13 век. Его мощи почивают в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Из колена Левина запечатлено 12 тысяч. Левий означает «принятый». Это принятые Христом за священно достойную жизнь. Левий поставлен 8-м. В этом сокровенный смысл. Ибо в 8-й день, первый день новой недели, поставляется Христом новое священство. Вечером первого дня недели приходит Христос к ученикам и поставляет их на священнослужение, дает им к тому благодатный дар Духа Святого. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19-23. Прошла ветхозаветная неделя, первый круг дней. И вот в первый день новой недели, день 8, с переменой священства, Евреям 7:12, переменяется ветхий закон на новый. Здесь сказано о священстве, пастырстве церковном. Это угодившее Богу священнослужение. Таковы были и великие иерархи, как святой Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст или святители Алексей, митрополит Московский, святой Дмитрий, митрополит Ростовский. Из колена Иссахарова запечатлено 12 тысяч. Иссахара означает награда. Это получающие великую награду за добродетельное житие на земле. Не видели ли уготавливающиеся им на небесах награду первомученик Стефан, апостол Павел? Не великой ли наградой была святому Сергию игумену Радонежскому обетование от Бога, что как великое множество птиц распространятся иноки его обители? Велика небесная награда детей Божиих. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч. 7-8. Завулон означает жилище силы или благоухание. Это люди, ставшие жилищем силы Божией, как и Христос поверил, что облечетесь силою свыше, говорил им. Это ставшее, как говорит святой апостол Павел, Христовым благоуханием Богу. Не обители или силы Божией и духовным благоуханием в земной долине плача были многие монастыри, многие угодники Божии. Вспомним преподобного Серафима Саровского, который открыл Мотовилову даже физическое восприятие благоухания и света Духа Святого. Это такие, о которых, как о Мардохее, может быть сказано, что он был великим у иудеев и любимым, приятным у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему. Кесир 10:3. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч.
Иосиф означает приложение, преумножение. Это кто вместе с Царством Небесным, по слову Спасителя, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам, получил и многие земные блага. Так Иосиф искал только верности своему Богу. А Бог дал ему быть вторым после фараона в Египте, величайшей державе того времени. Иные, как мы видели, в забвении Христа ради, оставляли все и становились нищими. Другие же Бог и при жизни обильно благословлял земными благами. Они стояли у кормила земных государств. Таковы святые, царица Елена, мать императора Константина, король франков Карл Великий, равноапостольный князь Владимир, крестивший Русь, благоверный князь Александр Невский или московская княгиня Евдокия в монашестве Фросине, по смерти своего мужа Дмитрия Донского в тайне предавалась подвигам поста, а под пышными княжескими одеждами носила вериги. Из колена Вениаминова запечатлено 12 000. Вениамин означает «сын болезни», десницы, пополняющий число через скорби. В родильных скорбях и болезни умирает Рахиль, рождая Вениамина, и тем дополняет число сыновей Иакова до 12. Это спасаемые через веру из иудеев при кончине века. Это тот остаток Израиля, о спасении которого говорит апостол Павел римлянам 11:25. Умирает Рахиль, вошло полное число язычников, и рождается сын болезни и скорбей антихристовых, которые охватят всю землю. Обращается ко Христу евреи в скорбях великих, восполняет полное число семени апостольского. 12 на 12 000, 144 000. Восполнено число сыновей Бога Израилева, имена этих святых мы еще не можем привести, они пока еще только в месяцеслове небесном, в книге жизни. Таковы 12 колен Израиля Божия. На 12 вратах небесного Иерусалима будут написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Исповедание, видение, искушение, блаженство, молитва, забвение, послушание, священнодействие, награда, сила и благоухание, приложение, болезни. Вот 12 ворот, которыми нам надлежит войти в небесный Иерусалим. Весьма странно и невероятно толкует это видение о 144 000 запечатленных, так называемые свидетели Иеговы. По их понятию, эти 144 000 искупленных были в 1914 году взяты на небо. Теперь оставшиеся верные свидетели Иеговы ждут последних событий, особенно битвы Армагеддон. Толкование насквозь ложное, чрезвычайно быстро распространившееся в наш век. К ним относятся слова святого апостола Павла. И слово их, как рак, будет распространяться. Отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. 2 Тимофея 2:17. То, что будет только одно всеобщее воскресение мертвых в последний день, мы покажем в толковании на 20 главу. Перед вскрытием 7-й печати святому Иоанну показывается еще одно видение искупленных. «После сего» означает не то, что эти в белых одеждах будут после тех 140 000 запечатленных, а то, что после того, как он, Иоанн, видел 144 000 запечатленных, он видит теперь новое явление. Так неверно понятие свидетелей Иеговы, что после вознесения 144 000, бывшего якобы в 1914 году, будут теперь спасаться еще остальные. 7-9. Итак, после видения 144 000
взглянул я, Иоанн, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем. Так продолжает дорисовываться картина престола и Агнца с окружающими их 24 старцами, 4 животными. Теперь пред престолом святому Иоанну открывается великое и необозримое множество искупленных чад Божьих из всех народов. Престол и Агнец являются нам часто вместе, собственно, нераздельно. Это указывает на единство и равночестность Отца и Сына. Это великое множество святой Иоанн видит в белых одеждах. Дальше мы увидим, что это прошедшие страдания, о которых Исаия говорил, что они получили вместо унылого духа славную одежду, 61.3. Это взывавшие, как царь Давид, «Окропи меня, и сопом и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Это последовавшие словам Господа, «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Это в крещении, получившие новые белые ризы спасения, Исаия 61.10, и сохранившие их в чистоте и непорочности через всю жизнь и все страдания. Они и на небе облекаются в белые одежды, как это неоднократно открывает Апокалипсис. И с пальмами и ветвями в руках своих. Пальмовые ветви – признак победы и даются победителям. Вот и древняя победительница ханаанского царя Иовина, пророчица Девора, жила под пальмой Девориною, и приходили к ней туда сыны Израилевы на суд. Судьи 4.5. Когда город Иерусалим встречал своего царя Христа, то взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня царь Израилев!» Так видим здесь победивших в страданиях, убеленных кровью Агнца, с пальмовыми ветвями в руках своих. Воистину, праведник цветет, как пальма, и не только в веке этом, но и в веке будущем. Эти несчетные множество победивших восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» Гонимые на земле восклицают на небе. Как понимать выражение «спасение Богу нашему»? О каком спасении Богу может быть речь? Говорил Христос: «Огонь пришел, я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится» — Лука 12.49. Мысль о своей жертвенной смерти и жажда спасения людей бесконечно томила Христа. Он жаждал испить сию чашу. «Погрузите, крестите сии воды бесконечных страданий, дабы ими потом очистить и омыть мир, спасти его». Томится Христос, видя страдания людей, видя грех мира. И как мы иногда говорим о праведном человеке, нет ему спасения от его зложелателей и несправедливости. Так и Бог томится. Когда же, наконец, будет исторгнут грех, исчезнут страдания? Когда? Ну вот кончается история мира. Дьявол, грех и последователи его исторгаются. Уничтожается беззаконие. Наступило спасение Богу от его древнего врага, клеветника праведных.
ненавидевшего, не дававшего никому покоя. Наше спасение Бог воспринимает как свое. Праведник более даже мучится, видя грех своих родных и близких, чем сам претерпевая какие-нибудь страдания. И покаяние их воспринимает как будто бы свое спасение. Поэтому и восклицает искупленное: «Спасение Богу нашему и Агнцу! Ему спасение от наших грехов и страданий, которые томили его!» И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков!» В славословие искупленных вливаются ангелы. Вот единая церковь людей и ангелов. В виде искупленных, славящих Бога, ангелы не могут остаться в стороне. Аминь! Истинно так подтверждает, и ангелы падают перед престолом и возносят славословие, подобное тому, как они возносили в 5 главе, 12 стих. И здесь перечисляются те же семь качеств, семь жемчужин, как и там. Только одна разница: вместо богатства, 5.12, здесь благодарение, и славословие это возносится вечно. И начав речь, 7.13, точнее из греческого ответил в славянском, и отвеща: «Один из старцев спросил меня: сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Кто это, блистающая как заря, прекрасная как луна, светлая как солнце, грозная как полки со знаменами? Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Песнь 6.10. Хотя со стороны святого Иоанна и не было еще вопроса, но уже отвечает один из старцев, провидя, что Иоанн затаил этот вопрос в себе. Но не сразу отвечает старец, а задает святому Иоанну его же вопрос, тем возбуждая его к исследованию виденного. Но святой Иоанн благоразумно предпочитает не сам отвечать на этот вопрос, а выслушать старца. «Я сказал ему: ты знаешь, господин». «Ты знаешь, это много лучше меня. Ты и ответь». Интересное обращение: «господин». Не божеское оказывает почтение, а подобающее этому небесному старцу. Так мы видим, что вполне приличное и подобающее обращение к человеку — «господин». В церкви так принято обращаться к епископам. Например, в многолетии великого господина и отца нашего и сия Руси, преосвященнейшего епископа, или пени на архиерейском служении, «испала эти деспота» на многое лето «господин». Сектанты отвергают подобное обращение к пастырям, неверно обвиняя православных в оказании божеской почести людям. Не божескую почесть оказывает церковь своим пастырям, а ту, которую им дал Христос. Господь молился и говорил своему отцу: «Славу, которую ты дал мне, я дал им». Иоанн 17.22. И, соответственно, чести, которую Христос дал пастырям, обращаемся мы к ним. Мир устроен Богом иерархически, и в нем существует чиноначалие. «И он ответил мне: это те, которые пришли от великой скорби». Здесь предстоят престолу Агнца испытавшие и прошедшие великие скорби на земле. Это особенно святые мученики Христовы. Под великой скорбью можно разуметь великие страдания во все времена, которые претерпевали христиане, но преимущественно это великая скорбь времен Антихриста, которая будет длиться 3,5 года,
Но что же привело эти множества к престолу Божию? Что убелило их одежды? Даже не то, что они прошли великую скорбь, а то, что они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Не их собственного страдания, а кровь Агнца омыла их. Никто не спасается собственными страданиями, а только жертвою Христа. Только кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Поэтому поспешите принять эту баню, омывающую нашу одежду и убеляющую ее. Поспешите к роднику крови Христовой, ибо только там найдете спасение. Нет иных путей, спасающих нас. Все наши собственные потуги ни к чему не приведут. И чем вот христианство отличается от всех других религий? Вот чем. Всякая религия старается связать человека с Богом. Всякая религия есть путь человека к Богу. Этих путей много, но есть только один путь Бога к человеку. Этим путем является Христос. Иоанна 14:6. Всякая религия много предпринимает, чтобы привести людей к Богу. Но только одно предпринял Бог, чтобы соединиться с людьми, воплотился сам. Много имеет всякая религия, но ни одна, кроме христианства, не может указать на Спасителя. Все, что предлагают другие религии для спасения, вера, молитва, добрые дела, обряды, это пусть не без Божьей помощи дела самого человека. Возмездие же за грех – смерть. Все умирают за свои грехи. И величайшие пророки умерли, и основатели нехристианских религий – Будда, Конфуций, Магомед и другие. Как же спастись? Мы все под грехом, Римлянам 3:9. И значит, спастись невозможно вообще никак, в том числе и никакой верой. На вопрос «Так кто же может спастись?» Иисус ответил «Человеком это невозможно!» Матфея 19:25. Но вот за нас умирает Христос и освобождает нас. Поэтому-то и только кровь Иисуса Христа спасает. И даже не вера в нее, а она сама. Потому Евхаристия, приобщение тела и крови Христовой, есть центральный пункт всего. Сначала воплотился Бог, а теперь мы соделались причастниками божеского естества. Потому с верой и покаянием придите все к источнику бессмертия крови Христовой. Неверно понимают баптисты и другие сектанты, что церковь будет вознесена до великой скорби. А здесь Иоанн видит тех, кто в великой скорби антихристовой познает Христа, мученически умрет за него и спасется. Неверно, во-первых, потому, что об этом в Священном Писании нигде нет ни слова. Далее, потому что везде мы видим, что при Антихристе церковь еще на земле. Также и толкование 20 главы будет показано, что будет одно воскресение из мертвых, а не два. Кроме того, у баптистов возникает тогда еще странная мысль, что для спасения этих людей нужен будет не обычный евангельский путь спасения, а нужна еще обязательно мученическая кончина, своя кровь. Этой мысли нигде в Священном Писании нет, и она ему противоречит. Здесь подчеркивается, что не за свое мученичество, а потому что омылись и убелились кровью Агнца. За это они не пребывают ныне перед престолом Бога. 7:15. За это только, а не за иное, что они спасены. У них такая мысль, что спасение можно чем-то заработать, количеством добрых дел, поклонов, заказных обедней, милостыней, а может и своим мученичеством или верой. Это непонимание того, что мы сами ничем не можем спастись, потому что все согрешили
и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его. А все, что мы, как верующие, делаем, не само по себе нас спасает, но является средством для оправдания нас кровью Христовою. Оправдывает же и спасает только сам Христос Своей благодатью. Но здесь есть и одно протестантское ложное понимание, которое в свое время активно начал проповедовать вождь реформации доктор Мартин Лютер, что спасение обретается не добрыми делами, но исключительно только верою во Христа. Этого Священное Писание нигде не говорит. Сказано, что спасает только Христос по Своей благодати, а не только вера в Него. Нам же для принятия дара спасения от Христа необходимы вера, таинство и добрые дела. Через это мы спасаемся Христом. И вот эти искупленные, считаем мы, пребывают ныне перед престолом Бога. Что может быть выше сего? Не только один раз подобляются быть у престола Божия, но пребывают у Него постоянно, неотлучно пребывают перед Богом. Так ходивший перед Богом на земле пребывает перед Ним на небе и служит Ему день и ночь в храме Его. Вот достойное занятие небесных жителей — непрерывное служение Богу. Какая неизреченная радость в служении Богу еще на земле! Каково же будет там день и ночь? Это не означает, что там в вечности есть дни и ночи, смена времен. Этим показывается только непрерывность пребывания искупленных святых пред престолом Божиим и их служение Богу. Может быть, под ночью разумеются здесь и сокровенные, и глубокие тайны, а под днем ясно и удобно восприимчивое. Здесь мы видим также, как продолжает дорисовываться картина вторая небесного храма. Однако блаженство искупленных в белых одеждах, которые видит святой Иоанн, еще не есть окончательное, потому небесный старец, раскрыв то, что это множество уже достигло на земле, омыли, убелили, в чем пребывают ныне, они пребывают, служат, раскрывает и то, что их еще ждет в будущем, когда после последнего суда начнется вечность. Об этом старец говорит уже в будущем времени. И сидящий на престоле будет обитать в них. Уже ныне, во время страданий, верующие сподобляются быть обителью Божией, как и Христос говорил. И мы, Отец и Сын, придем к Нему и обитель у Него сотворим. Иоанна 14:23. Так, например, предание повествует, что, идя на казнь, святой Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, умерший в 107 году, непрестанно повторял имя Иисуса Христа. Когда его спросили, почему он это делает, святой Игнатий отвечал, что носит это имя в своем сердце, а кто запечатлен в моем сердце, того я устами исповедую. Когда святой был растерзан львами, оказалось, что сердце его не тронуто. Растерзав сердце, язычники увидали на внутренних сторонах его золотую надпись «Иисус Христос». Но здесь спасенным страдальцам обещается еще большее. Тот, кто сидит на небесном престоле, чей лик даже Писание не описывает, которого не вмещает ни небо, ни земля, тот обещает вселиться в них. О, таинство неизреченное! И когда это совершится, то они не будут уже ни алкать, ни жаждать. 7.16. В вечности искупленные не будут алкать, ибо будут питаться от древа жизни. Они не будут жаждать, ибо припадут к источнику воды живой. И не будет поить их
солнца и никакой зной. Они не будут более терпеть бедствия, изображенные здесь палящим солнцем и зноем. Время страданий для них прошло. Они прошли через великую скорбь и теперь наследовали спасение. Причиной их грядущего блаженного состояния является то, что Агнец, который среди престола, Христос, воссевший одесную Отца, единослушный со Отцом и с Ним, прославленный, будет пасти их. 7.17. Не от нападений волков будет тогда пастырь ограждать стадо, ибо все враги будут тогда уже истреблены и ввержены в гиенну. Не от них охранять будет Агнец Христос своих агнцев, но будет вводить их на живые источники вод. Агнец становится пастырем. То будут небесные пажити, чистые и плодоносные. Там будут источники воды живой, к которым припадут. Кто ныне будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Потому прибегайте чаще ныне к воде живой, дабы утолить ею всякую жажду в жизни вечной. Источники этих вод означают приобщение к божественному разумению и вообще обилие благодати Божественного Духа. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Сейчас время плача. Христос говорил: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Здесь плач, там утешение. И даже усопшим, праведным еще свойственны слезы. Еще предстоит страшный суд, когда возрыдают все племена земные, и явными сделаются дела. Но обещает Бог искупленным, что в вечности после суда отрет Бог всякую слезу. То будет дивное утешение. Прозрачна и чиста слеза покаянная, слеза умиления. Слезы осушит Бог, моря уже нет, но останется душа очищенная, чистая и прозрачная, мерцающая в небесном свете и излучающая тепло. Глава 8. После седьмой печати таинственной книги Божией, последней. И когда Он, Агнец Христос, снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе. Безмолвие означает не просто тишину, а именно прекращение звуков речи. До этого мы видели, что на небе раздавались неумолкающая песня хвалы четырех животных и 24 старцев, ангелов и душ спасенных христиан. Теперь слышит святой Иоанн, прекратилось это пение, и на небе водворилось безмолвие. Что это означает? Число семи печатей соответствует полному кругу времен. И вот он окончен, прошла неделя, начинается субботство. После времени трудов и страдания на земле водворяется вечное упокоение святых. Это безмолвие, как пишет святой Андрей Кисарийский, знаменует также ангельское благочиние, благоговение и неведение ими о времени второго пришествия. Это молчание святых на небе есть и выражение страха и содрогания, которое испытали небожители перед начинающимися страшными казнями. Это затаенное дыхание небесными силами вследствие их чрезвычайно напряженного ожидания. Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицем Его. Аввакум 2.20. Этим особенно показывается великое значение седьмой печати. После вскрытия седьмой печати молчание, то есть теперь больше уже ничего не совершится. История мира дошла до своей цели. Водворяется это безмолвие,
как бы на полчаса. Слова «как бы» означает, речь идет не о конкретном промежутке времени, и не надо отыскивать в истории соответствующий период. Выражается этим то, что быстро и недолго, как проходит полчаса, так кратковременно будет после снятия седьмой печати страдания и наступления Царства Христова. Кончился седмеричный круг времен, и как бы через полчаса, в которое совершается наказание Божие, начинается вечность. Это и указание на кратковременность самого этого видения святому Иоанну. Время безмолвия небожителей было занято созерцанием таинственного видения. «И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом». 8.2. Под этими семью ангелами можно разуметь определенных высших семь ангелов, предстоящих пред Богом и несущих особое служение. Так мы читаем и особых семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу святого. Возможно, что это те семь архангелов, о которых писали святые отцы. Служение этих семи ангелов означено тем, что дано им семь труб. Трубы употреблялись в древности как сигналы к сражению, как звуки торжества и победы. В нашем случае через эти семь труб, семи ангелов, возвещается суд Божий над грешным миром. Они как сигналы к последующим явлениям, как бы говорит Господь: «Трубу к устам твоим, как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой». Осия 8.1. Предупреждал Христос, что пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его четырех ветров от края небес до края их. Писал святой апостол Павел, что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией, сойдет с неба. Так здесь после семерки печати начинается семерка труб. Как семь печатей делились на четыре всадника, так и здесь подобны казни первых четырех труб и последних трех — три горя. Неверно толкование, что семь печатей, семь труб и семь чаш — это три периода великой скорби, которая будет после семи периодов истории, семь посланий. Мы уже показали, что неверно понимание семи посланий как семи периодов истории. И дальше речь не о периодах. Это видно хотя бы уже из рассмотрения снятия семи печатей. Апостольская проповедь, голод, гонения, которые были даже вообще не во времена великой скорби, а значит, семь печатей никак не есть один из периодов великой скорби. «И пришел и мой ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом». Кроме семи ангелов с семью трубами, святой Иоанн видит теперь еще иного ангела, который пришел и стал преджертвенником. Святому Иоанну все является в вещественном виде – жертвенник, кадильницы, престол. Насколько все это буквально соответствует невидимым небесным реальностям, и насколько это только их образы, нам сейчас трудно различать. Мы только знаем, что все виденное апостолом соответствует тому, что есть там. Жертвенник, который здесь видит святой Иоанн, явно совпадает с тем, под которым он ранее видел души убиенных. Сравнительно с устройством ветхозаветней скинии, которую Моисей построил по образцу, показанному ему на горе, Исход 26.30. Жертвенник, перед которым сначала стоял ангел, соответствует жертвеннику всесожжений, исход 38.1, обложенному медью и стоявшему во дворе скинии. На этом жертвенники приносились жертвы за грехи.
этого жертвенника подобно тому, как ветхозаветные священники, Левит 16:12, брали горячие уголья для своих кадильниц, с которыми они входили во святилище для кождения. Ангел должен был взять горячих уголев для своей золотой кадильницы. Золотая кадильница – сосуд для сожигания ладана на горячих углях. Тимиам – это дым, благовонное курение от сожигания ладана на углях. В соответствии с ветхозаветными священнодействиями и действиями ангела под золотым жертвенником, который перед престолом, можно разуметь золотой жертвенник курения, который стоял во святом скинии перед входом во святая святых. Исход 45:26. Как и в скинии жертвенник курения в святом отличался от жертвенника всесожжения во дворе эпитетом золотой, так и здесь через этот эпитет различаются эти два жертвенника, и не надо думать, что здесь речь идет только об одном жертвеннике. «И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога, и взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю». Итак, 8:4. Перед нами раскрывается следующая общая картина происходящего. Ангел с золотой кадильницей в руках подошел к жертвеннику всесожжения и наполнил ее горячими угольями. Тогда же ему было дано множество фимиама, чтобы он, подойдя к золотому жертвеннику святилища, воскурил его на горячих угольях. Когда дым фимиама поднялся, через это было указано, что принято Господом молитвы всех святых об очищении их крови. Тогда ангел снова возвратился к жертвеннику всесожжения и наполнил снова кадильницу угольями. Но наполнил ее уже не для воскурения фимиамова святилища, но чтобы высыпать эти уголья на землю с небесной высоты, где святой Иоанн видел небесный храм и престол. Эти горячие уголья, высыпанные на землю, должны были означать начало казни Божиих и его суда над землею и грешным человеческим родом. Глубокое значение жертвенника в домостроительстве нашего спасения. Великой святыней почитался он уже в Ветхом Завете, исход 30:10. Но ветхозаветний жертвенник был только тенью новозаветнего. Потому и говорит апостол: «Мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащие скинии». Евреям 13:10. Жертвенник Нового Завета – это крест, на котором был заклан Агнец Божий. Пред этим жертвенником Христуса служат ангелы. Крест – всемирный жертвенник. Под крестом покоится тленный прах усопших христиан. Под небесным жертвенником покоятся души святых. Так и в наших земных храмах устрояется жертвенник, престол, на котором Святая Церковь каждодневно приносит Богу страшную евхаристическую жертву. Как под небесным жертвенником души убиенных, так и Евхаристия совершается ныне на мощах святых, в древности на гробах мучеников, теперь на антиминсах со вшитыми частичками мощей. От небесного жертвенника молитва святых возносится, как благовонный фимиам, к престолу Божию. Так станем и мы с вами пред жертвенником в наших храмах и помолимся со святым Давидом: «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воззияние рук моих, как жертва вечерняя». Псалом 142. Мы видим здесь ангела, предстоящего престолу Божию, с молитвами всех святых. Ранее мы видели 24 старца, как они предстоят также с молитвами всех святых. Потому Святая Церковь на земле и призывает ангелов, как усердных о нас ходатаях, небесных воинств-архистратиги: «Молим вас всегда, нас, недостойных, да вашими молитвами оградите».
кровом крыл невещественной вашей славы, или святой ангел Божий хранитель мой, моли Бога о мне. Так ангел играет таинственную роль в вознесении нашей молитвы Богу. Потому и не безразлично ангелам, как мы предстаем пред Богом в молитве, и апостол Павел, увещевая нас к приличному виду во время молитвы, говорит: «Жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». 1 Коринфянам 11:10. Если какая жена без стыда приступает к молитве Богу без покрытия головы, то хотя бы ради ангела, которому предстоит вознести ее молитву Богу, она покрыла бы голову. Сама не понимаешь, так хоть для ангелов. И опять мы видим, как по образу небесному строится наше богослужение земное. Жертвеннику и престолу предстоит ангел с золотой кадильницей, полной фимиама молитв святых. Так и в наших алтарях пред жертвенником и престолом предстоит священник, ангел церкви, с кадильницей, воскуряет фимиам и возносит к Богу молитвы своих прихожан о их нуждах, их близких и о всех христианах. Так, по образу служения небесного, святая церковь устрояет и образ служения земного. И не раз являемо было, как ангелам земным священникам, при их служении у престола являлись и сослужили ангелы бесплотные. Так преподобный Ефимий Великий, палестинский подвижник, часто видел ангела, совершающего вместе с ним литургию. Также преподобному Сергию Радонежскому во время литургии сослужил ангел Господень, что однажды явлено было его учеником. Но вот вопль убиенных святых достигает престола Божия. «И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю». Так дважды христиане собирают огненные угли на главы своих врагов. Во время земной жизни, по словам притчи Соломоновых, «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, если он жаждет, напой его водою, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его». Но если через эти угли не вразумится враг, то в кончину века, по молитвам святых, огненные угли с небесного жертвенника обрушатся на их головы. «И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения». Как только ангел совершил свое действие, то прервалось краткое, как бы получасовое молчание на небе. Снова раздались прерванные на время голоса небесных вокруг престола, послышались раскаты грома и заблистали молнии. Возобновилась на небе та же бесконечная жизнь и движение, которое наблюдал святой Иоанн до вскрытия седьмой печати. На земле же, на которую был низвержен огонь с жертвенника, произошло землетрясение, как первое и непосредственное выражение всемогущества Божия, проявляющегося в суде над землею, как на Синае, горе, осязаемой и пылающей огнем, во тьме, мраке и буре, при гласе глаголов через ангелов, был дан закон Моисею. Так здесь голоса, громы и молнии небес возвещают начало суда земле, и она содрогается и сотрясается. Всему же этому сослужат ангелы. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. 8.6. Теперь начинается повествование о семи казнях Божиих, которые будут посланы в мир,
Каждая казнь возвещается трубным звуком ангела. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. 8.7. Это похоже на казнь, которую навел некогда Господь на Египет. О той казни мы читаем. Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на всю землю египетскую. Исход 9.23. Подобно видим здесь и святой Иоанн, и сделались. То есть, все это происходит непосредственно на глазах святого тайновидца. Разумеется, здесь можно буквально такую физическую катастрофу, которая постигнет мир. Можно себе представить шарики града, смоченные кровью, пахнущие ею. Все это в сопровождении с истребительным огнем. Тогда исполнится пророчество Иаиля, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столбы дыма. Этот ужасный град и огонь, разливающийся по земле, сожгут треть всех деревьев и лесов. Трава же, как нечто более нежное, будет выжжена по всей поверхности. А можно виденное здесь святым Иоанном разуметь и как знамение других явлений. Так пророк Иаиль прямо говорит о знамении. Град указывает на то, что эти наказания придут с неба. Наказывает Бог. Огонь с кровью — это все указание на великие бедствия. Это убийство и кровопролитие, войны, бунты, революции. Это разоренные города, потоки крови и несчастий. Все эти несчастья будут нести смерть, и самой природе она будет гибнуть, что мы в значительной степени уже и видим. Кровь и огонь из толпы дыма. Не картина ли это почти каждого современного города? Город с его заводами, не огнедышащий ли печь? Из бесчисленных огромных труб с толпы дыма, застилающие с чистое небо, губящие природу. Да из каждого почти человека, не только мужчины, но и многих женщин валит столб табачного дыма. Кровь и огонь и курение дыма. Под гибелью деревьев и травы можно разуметь еще и отпадение многих христиан от веры и истины. Тогда деревья и трава — это сильные и слабые по духу христиане. Неукрепленные христиане, не преданные всем сердцем Христу, отпадут все, сгорят, как вся трава. Но сатана пожелает прельстить, если возможно, и избранных. Это гибель третьей части деревьев, чьи корни не были глубоки. Интересно отметить, что подобные катастрофы и события были немыслимы еще недавно, лет 100 назад, толкователям апокалипсиса. Теперь же все это реально представлено. 8.8. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Это второе великое бедствие. Само описание таково, что не следует понимать падение какой-то горы или вулкана, или извержение лавы. Во-первых, мы видим, что гора низвергается как бы с неба. А во-вторых, святой Иоанн видит, собственно, вообще не гору, а нечто только похожее на гору, как бы большую гору. И здесь можно, с одной стороны, разуметь буквально страшную физическую катастрофу. В результате низвержения этой огненной массы третья часть воды превращается в кровь. Подобное было во время первой египетской казни, когда Моисей и Аарон превратили воду реки Нил в кровь.
и рыбы в реке вымерли. Так и здесь вымирает третья часть живых морских существ. Но не только рыбы, а и корабли, плавающие на них, терпят страшное крушение, и треть всех погибает. Таковы будут предсмертные судороги природы пред страшным судом. Под низвержением большой горы, пылающей огнем, можно разуметь низвержение дьявола в последнее время, сатану, спадшего с неба, как молнию. Образом этого был древний Вавилон, которому говорит Господь через своего пророка Иеремию: «Вот я на тебя, гора губительная, — говорит Господь, — разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, не зрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелую». Великой ярости, как большая огненная гора, не зринется сатана в море народов, и третий будет превращена в кровь, и будет великий плач и стон по земле. Люди, не омытые кровью Христа, вместе с природой будут окунуты в эту кровь, произведенную сатаной. Но исполнится и пророчество Иеремии. Гора огненная, разоряющая, превращена будет Господом в гору обгорелую, посрамленную. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. И здесь бедствие приходит с неба. Падает звезда, которая характеризована тремя качествами. Она большая, она горящая подобно светильнику, и имя ее — Полынь, что указывает на ее горечь. Действие звезды такое, что она, упав на реки и источники вод, делает их горькими и смертоносными для людей. Возможно, что это будет такая катастрофа, когда на земной шар упадет некое космическое тело с такими качествами. Падение его будет подобно падению метеорита, горящего при прохождении земной атмосферы. Страшно будет, однако, действие этой катастрофы. Отравление вод. Пресные воды делаются горькими. Это напоминает события в Меррах, когда наоборот, через древо горькие воды сделали сладкими, и израильский народ мог в пустыне утолить свою жажду. Исход 15:22. Тогда действовала Божья благодать, а теперь суд. Сказано, что горькими сделалась третья часть вод вообще, без разделения на реки и источники. Так что можно предполагать, что отравленной оказалась не третья часть всех рек и вод, а во всех реках и источниках вода на одну треть пошла горькая. Эта горечь вод оказалась губительной и смертоносной, и многие из людей умерли от вод. Так одна за другой катастрофы будут скашивать людей. Виденное святым Иоанном может быть истолковано и иносказательно. Падение с неба звезды на землю — это образ падения сатаны. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари! Утренняя звезда, сверкающий херувим, Люцифер, ангел света, низвергается с неба за восстание на Бога. Звезда эта большая, ибо велика сила лукавого, он сохранил те задатки могущества, которые имел в прославленном состоянии. Но теперь обращает все это во вред. Низвергнутый с небес, он как звезда, горящая подобно светильнику. Он горит огнем злобы и греха, желая испепелить творение Божие. Падая на воды, на многие народы, он соделывает их горькими, как полынь, ибо и самому ему имя — Полынь.
Это горечь и отвратительность греха. Сатана упоевает людей бурным и горьким развращением, утехами ада. Прекрасные, светлые и чистые источники вод соделываются горькими и смертоносными. Вот разум, источник светлой реки познания, источник премудрости, слова Бога Всевышнего, и шествие ее вечные заповеди. Сирахов 1.5. Но горькая полынь греха отравила воды познания, и воздыхает теперь Экклесиаст Соломон. Предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость, узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Потому и говорит Соломон, берегись, составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Горечь, полынь лжи и заблуждений – отравила воды познаний. Пившие эту воду лжепознания, припадавшие к мутным, горьким потокам атеизма различной греховной светской литературы, сектантских извращений, Священное Писание умирает духовно. Таковых, всегда учащихся, никогда не могущих дойти до познания истины, теперь полон мир. Не пивший, жаждущий, может утолить жажду чистой водой. Пивший горькую воду, отравлен и умирает. Излечить удается редко. Так же, как познание и все другое. Вот труд, прекрасное Богом благословенное служение человека. А во что превратила его полынь? Проклята земля за тебя, в поте лица твоего будешь есть хлеб. Что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Его труды — беспокойство, даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Труд должен был сделать человека владыкой мира, а сделал рабочим, рабом. И в горьких трудах теперь умирает человек. Или вот семья. Полынь греха соделала ее из Эдема адом. Прекрасное обращается в ужасное. Горечь плотских половых страстей, блуда, развальных семей отравляет все общество. Атеизм, пресловутая свобода от Бога, равноправие мужчин и женщин, подобно звезде, полынь, упав на семейные отношения, развалили их. Пейте теперь, люди, горькие воды, блуда, разводов, абортов, безотцовщины. Боже, сохрани нас от всей полыни, не лиши потоков чистых. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была так, как и ночи. 8.12. Катастрофы нарастают и обретает космический, вселенский характер. Теперь потрясается уже не только Земля, но вся Солнечная система и звездные миры. Подобно возвещали уже древние пророки Иаиль. Потрясается Земля, колеблется небо, Солнце и Луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. Амос. И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. 8.9. С одной стороны, святой Иоанн видит, как повреждаются светила, и можно представить, что сила их света уменьшится на третью часть. Уму непостижимо, какие великие изменения должны для этого произойти в солнце и звездах.
Но далее святой Иоанн пишет, собственно, не об ослаблении силы света, а о сокращении освещения дня и ночи на треть. Это соответствует особенно пророчеству Амоса, который говорит, что солнце уже как бы в полдень зайдет, и остальная часть дня будет во тьме. Как бы солнце, луна и звезды закрывают глаза, не в силах более взирать на грехи мира и возвещают кончину века. Тридневную тьму Бог наводил уже на Египет, желая вразумить египтян. Но каковы будут эти бедствия? Тем, что только третья часть дня и ночи не будет освещаться светилами, указывается еще и на то, что Господь свои казни еще не во всей полноте изливает на землю. Наказывает треть времени, остальное время все еще зовет к покаянию. Так он растворяет свой божественный гнев своей же милостью. Да и кто может перенести чашу божественного гнева нерастворенную? Бедствия всех первых четырех трубных ангельских гласов приходят с неба. Град и огонь с неба. Большая пылающая гора, низвергнутая на землю. Падение звезды полынь. И, наконец, катастрофа, повреждение самих небесных светил. Это все есть как бы разъяснение действия ангела, бросившего горячие угли из кадильницы на землю. С неба бедствие низвергается на землю. В каждом из этих бедствий повреждается одна треть. Сгорела третья часть деревьев. Третья часть моря сделалась кровью, и погибла треть одушевленных морских тварей, и третья часть судов. Третья часть вод, рек и источников сделалась полынью. Затмилась третья часть дня и ночи. Возможно, что все это так будет буквально, а может быть, это имеет образное значение. После того, как протрубили первые четыре ангела и четыре язвы постигли с неба землю, видел я, Иоанн, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе! Горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Это видение как бы несколько перебивает трубные гласы ангелов. Посреди неба означает зенит неба, то есть место, где бывает солнце во время своего наиболее высокого положения, вертикально над головой. Этот высокий полет ангела соответствует цели его – возвестить всем людям во всеуслышание о предстоящих страшных явлениях божественного гнева. Высоко летящему орлу уподобляется этот ангел, и самый крик его – «Увы, горе!» – представляет собой звукоподражение крика орла. Своим криком ангел возвещает последние три великих горя, имеющих постигнуть живущих на земле в кончину века. Эти три горя — это трубные гласы последних трех ангелов. Горе, горе, горе людям, которым надлежит пережить все эти бедствия. Поэтому и нам не мир и безопасность возвещать надо, ибо тогда внезапно постигнет их пагуба. Но надо предупреждать людей о грядущем наказании, не усыплять их, а будить. Трубу к устам твоим, как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой.
Осия 8.1. «Мир на грани гибели! Покайтесь, люди! Ибо горе, горе, горе!» — возвещает ангел миру. Глава 9. Теперь повествуется о последних трех трубных гласах. Три горя. Укажем здесь еще на одно понимание открываемого, которое постигнут при кончине. Показано святому Иоанну через трубные гласы ангелов. Это описание гиенских мучений после страшного суда. Значение таково трубных гласов. Первый трубный глас – общее описание мучений грешников в гиене. Второй трубный глас – по воскресенье после страшного суда море с живущими в нем будет гореть очистительным огнем. Третий трубный глас – полынь указывает на горечь мучений в гиене. Грешники при этом названы водами. Четвертый трубный глас – состояние в гиене, противоположное состоянию божественного света в жизни вечной. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны». 9.1. То, что святой Иоанн видит звезду, падшую с неба, указывает на то, что все эти казни совершаются по попущению Бога, приходят как бы с неба, без промыслительной воли Божией. Ничто не совершается на земле. Кого означает эта звезда? Звезде этой дан был ключ от кладезя бездны. Мы видели уже, что ключ от ада и имеет в руках своих Христос. Так под этой звездой можно разуметь самого Христа. Если же считать, что Христос, явленный в виде Агнца у престола в ином виде, в этих картинах апокалипсиса не является, то здесь можно разуметь ангела Божия, действующего от лица Христова. И вот перед святым тайновидцем открывается некое новое и страшное место — кладезь бездны. Кладезь бездны — это особое место пребывания злых духов, демонов, связанных с Христом на кресте. Это место святой Иоанн видит еще в главе 20, где описывается, как сатана сковывается, низвергается в бездну, заключается и запечатывается в ней. Бездна — запечатанный колодец. Бесы знали, что Христос намерен их туда заточить, верили в это и трепетали. Поэтому, когда они увидели Христа, странствующего в стране Гергесинской, то закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Они знали, что наступает время их мучений. Просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Но на Голгофе, на кресте, Христос их связал, и Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. Как о том пишет апостол Иуда, что Господь ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Так содержатся ныне лукавые демоны, связанными в этом страшном месте кладези бездны, запечатанные крестом. Наводняя мир бесчисленными грехами и несчастьями, одни, однако, не могут в нем полновластно царствовать, ибо царствует Христос, и имя Его прогоняет их полчища. В этой бездне, во мраке и узах, демоны ждут часа своего суда, но перед судом еще раз на краткое время они будут выпущены. Еще раз им дана будет свобода и власть. Это будет при Антихристе. Об этом дальше и описывается.
она, эта звезда, небесная сила или сам Христос с ключом, отворила кладезь бездны, ибо кончился день благодати, лето Господне благоприятное. И как только отворился кладезь бездны, вышел дым из кладези, как дым из большой печи. Можно представить себе этот кладезь, как бы битком набитый дымом, который густыми клубами повалил, как только открыто было отверстие. В результате помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. Помрачение солнца и воздуха означает душевное ослепление людей и их удушие. Они не видят истинного света, для них помрачено солнце божественной правды. Они и не дышат чистым горним воздухом молитв и Духа Святого, но задыхаются в дыму грязных дел и помышлений. И шествие самих демонов предшествует этот все омрачающий и удушающий дым. Дым — это мрак, предшествующий делам демонским. Еще не вышли демоны из бездны, не воцарился Антихрист, но клубы адского дыма, атеизма, греховных пороков, нравственного опустошения застилают солнце и отравляют воздух. Сквозь это не видны больше истинные ценности, красота неприходящая. Ложь и неверие, пьянство и наркомания, половая распущенность, безумная музыка и карикатурные моды — все это дым, валящий из бездны и предваряющий демонов. И как в человеке душевное отражается внешне, на лице, так и здесь. Мрак дыма, заславший и отравивший души, исказил и самый облик природы. Над городами ползают мрачные ядовитые облака дыма заводов и фабрик. Атмосфера задымлена и отравлена. Из каждого почти рта валит табачный дым. Не кладезь ли это бездны отверзается? Не демоны ли скоро последуют? И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. 9.3. Из дыма злых дел, греха и безбожия выходят, выползают демоны, уподобленные саранче. Все худое есть дым, из которого выходят демоны, эти слуги сатаны. Атеизм отрицает демонов, но он сам и есть дым, из которого они появятся. Здесь святой Иоанн видит освобождение демонов в кончину века, которое предварялось великим отступлением народов от Бога, Христа от истины. Сейчас демоны связаны Христом узами адского мрака. Тогда же еще раз будут выпущены, дана будет им власть, и адский мрак наложит свои узы на людей. Они не сами захватят власть, но она будет им дана по попущению Божию. Саранче, демонам, власть дается, какую имеют земные скорпионы. А какую власть имеют скорпионы? Жалить и умерщвлять. То есть конец всяких злых дел и неверия — душевная смерть. Сейчас, гордо величаясь своими делами, люди только пыль бросают в глаза. Но пыль этих дел и безбожие пройдет, и останутся одни демоны пагубные, как саранча и скорпионы. И сказано было ей... Саранче, 9.4. То есть дальнейшее соответствует не природным свойствам этой саранчи, демонов, а зависит только от повеления Божия. Что Бог им попустил делать, то они и будут делать больше же, они ничего не могут. И сказано было саранче, демонам, чтобы не делало вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву,
а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. Тварь, стенающая из-за наших грехов, не подвергается одинаковому с грешниками наказанию. И здесь мы видим над ней охраняющую десницу Божию. Демонам не дается власть губить растительный мир. Демоны – духи бесплотные, и посылается здесь, собственно, только мучить души людей. И к людям им не ко всем позволено прикасаться, а только к тем, которые не имеют печати Божией на челах своих. Это подобно, как Господь не попустил ангелу-губителю в Египте входить и поражать первенцев в домах, где на перекладине и косяках дверей была помазана кровь пасхального агнца. Так не попускает Господь демонам вредить людям, запечатленным Духом Святым и печатью животворящего креста Господня. Все губительные действия демонов коснется только принявших на чело свою печать Антихристову. О, как поэтому должны мы все возревновать о печати Христовой и молиться в грехах наших вместе с Давидом. И Духа Твоего Святого не отними от меня. Чем-то это напоминает ранее. Великую силу в нашей жизни имеет часто наличие печати высокопоставленного лица. Но превыше небес поставлен престол Божий, и от всякого зла огражден, имеющий печать Бога живого. И дано ей дальнейшее ограничение Божие демонам. Они ограничиваются не только тем, что могут истязать только незапечатленных Богом грешников, но ограничена и сама степень мучений и время мучений. Не убивать их, а только мучить. 5 месяцев, 9-5. Человек не может вынести всю неограниченную ярость служителей ада, а потому Бог и не попускает 5-месячный срок, только указывает на то, что из-за тяжести этих мучений Бог сокращает их срок. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Это горе будет всего 5 месяцев из 42, которое будет длиться великая скорбь. Имеет это еще такое значение. Грех входит в наше сердце через 5 внешних чувств – зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. Так и пятеричное число времени, в которое за эти грехи человеку посылается наказание. А возможно, что это определенное, известное одному Богу время. Кстати, саранча в действительности живет не более 5 летних месяцев, с апреля по август, или с мая по сентябрь. Так что 5 месяцев – это время, данное саранче демонам на наказание и устрашение. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Этим указывается страшная мучительность и продолжительность страданий. Чем они жалят человека? Грехом, ибо жало же смерти грех. Это жало, вонзаясь в человека, приносит ему нестерпимые страдания. Обычным страданием конец, и через то как бы облегчение приносит смерть. Но здесь не будет смерти. Даже смерть не прекратит этих мучений, ибо ее не будет. Когда царь Давид согрешил, и ему было предложено выбрать одно из 3 наказаний, то он сказал пророку Гаду: «Тяжело мне очень. Но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Если столь страшно впасть в немилосердные руки человеческие, то каково впасть в руки демонов?
те дни люди будут искать смерти. Это указывает на мучительность и ужас страданий, которым подвергнутся люди в то время. 9.6. Столь велики будут мучения, что и сама смерть покажется желанной. И не только будут желать смерти как средство для избавления от страданий, но будут усердно ее искать, приложат к тому усилия, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Тогда начнут говорить горам: «Падите на нас!» И холмам: «Покройте нас!» Как скоро настигает смерть боящегося и убегающего ее, так убежит она от ищущих ее. Господь не попустит тем грешникам через смерть избежать заслуженных ими мучений. Они будут в отчаянии рвать волосы и скрежетать зубами, но не найдут смерти. И многие восплачут, как Иов: «На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком?» 3.20. Это особенно показывает, что и жизнь, и смерть наши все в руках Божиих. И мы ничего не можем сделать, что не определено им. Кажется, что проще, как лишить себя самого жизни. Но и этого не может сделать человек, доколе не допустит Бог. Сохрани Бог каждого из нас от жизни, которая хуже смерти. Мы видели, что бедствия первых четырех трубных гласов могут быть рассматриваемы как вечное мучение в гиене. Так и здесь перед нами раскрывается картина этого страшного бытия. В таком случае звезда, падшая с неба на землю, это ангел Божий, посланный для наказания. Или же это Христос, который будет судить мир в кончину века, и кто может и душу, и тело погубить в гиенне? Кладезь бездны можно рассматривать как саму гиенну, в которую вернуто будет всякое нечестие. И помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладезя. То есть в гиенне для мучимых скрыты будут солнце и воздух, как физические, так и духовные. И тела, и души будут охвачены вечным мраком и удушием. Саранча — это те гиенские черви, которых еще Исаия говорил: «Ибо червь их не умрет». То, что это саранча, не делало вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву. Говорит это о том, что сама природа в гиенну ввержена не будет. Небо и земля не найдут себе места у белого престола Божия. Они убегут от него, ибо испорчены грехом. Однако в гиенну они ввержены не будут, но изменится и будет новое небо и новая земля. Потому и сказано, что тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей Божиих. И силы гиенны не могут причинить вреда творению Божию. Не могут они причинить никакого вреда и имеющим печать Божию. Ибо Богом запечатленные не увидят гиенны, не потерпят вреда от второй смерти. Это же страшная участь ожидает только тех, которые не имеют печати Божией на челах своих, которые не приняли Духа Святого, не склонились под крестом
и ушли из этого мира нераскаянными. Гиенской саранче дано не убивать их, а только мучить, потому в те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Это все говорит о том, что муки гиенны будут бесконечны. Саранче, червям и огню не дано будет убивать людей, а только мучить. С воплями и скрежетом зубов люди в гиене поищут смерти, но ее не будет. Они пожелают смерти, как прекращение своих мучений, но смерть убежит от них. Тогда истребится смерть, и останется один ужас безысходных, непрекращающихся мучений, вечное поругание и посрамление. То, что саранче дано, мучить 5 месяцев. Святой Андрей Кесарийский разумеет, что жестоко мучимы будут только некоторое время, потом же легче, но вечно. Теперь апостол Иоанн описывает внешний вид виденной им саранчи. По своему внешнему виду эта саранча вовсе не была похожа на обыкновенную, поэтому и понимать ее надо образно, и каждый штрих ее внешности имеет свое значение. 9.7. Саранча по виду своему была подобна коням, приготовленным на войну. Кони в Священном Писании является символом воинственности, как и Соломон говорит. Коня приготовляют на день битвы. Притча 21.31. Люди стремятся к миру, ждут его, борются за него. Но преисподние демоны исходят и нарушают его, разжигают войны. Ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления. И вот ужасы. Отдано слышен храп коней его, от громкого ржания жрецов его дрожит вся земля, и придут, и истребят землю и все, что на ней. Иеремия 8.16. От колена Данова придет Антихрист, а храп коней уже слышен. Ржут жрецы, и готовятся пути, по которым помчатся истребительные кони преисподней. Уже дрожит земля, готовится к предсмертным судорогам. Слышен храп коней, но спят многие христиане. В безумных наслаждениях нежится мир. О, восстань, спящий, приготовься к брани, ибо день Господень близок. Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень. Демоны уже стоят, подобно коням, приготовленным на войну. В описании вида саранчи святой Иоанн везде употребляет частичку «как бы». На земле нет ничего столь мерзкого, как демоны, и в описании их он пытается найти какие-то земные сравнения. «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы». Яир 3.9. Далее описывает святой Иоанн эту саранчу. «И на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые». То, что видит святой Иоанн, нельзя назвать венцом. Венцом увенчан Христос и увенчивает своих последователей. Как мы действительно видим своих 24 старца, увенчанных золотыми венцами. Здесь же только подражание. Не венцы, а как бы венцы. И не золотые, а похожие на золотые. Так у сатаны
все только подражательно. Он не может предложить что-то истинное и существенное. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если служитель его принимает вид служителей правды, но конец их будет по делам их. И вот мы видим, что как все у служителей греха имеет только вид ценности, красоты, истины, так и награда их имеет только вид, как бы венца, и венцы эти только похожие на золотые, так и прельщает сатана. Весь мир теперь сплошная иллюзия и обман, все фиктивно. Люди гонятся за богатством, знанием, чинами, забывая простую народную мудрость, что не все то золото, что блестит. Да и среди верующих сколько лжеименного знания. И среди еретиков есть профессора, богословы и прочее, но все это имеет только вид мудрости в самовольном служении. Нет истинного апостольского рукоположения и послушания церкви. Так верующие и неверующие строят воздушные замки, гонятся за миражами, прельщаясь ими, служат им всю жизнь. Но если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. И вот после иллюзорной жизни иллюзорная награда. Да и на что могут надеяться служители того, кто и сам имеет только иллюзорные венцы? В буквальном смысле некоторые толкователи видят в этих подобиях венцам те ярко-желтые четыре щупальца рожка, которыми снабжена голова обыкновенной саранчи. Эти недействительные венцы указывают и на то, что победы демонов являются только кажущимися, мнимыми, временными. Лица же ее, саранчи, как лица человеческие. Человекообразным было, пожалуй, лишь лицо у саранчи. В остальном голова могла оставаться и саранчеобразной щупальцами. То, что лица саранчи подобны человеческому, говорит о разумности этих существ. Таковыми действительно являются демоны. Человекообразность их лица говорит опять о их обольстительности. Истинного человеческого лица, каковы имел Иисус Христос, Сын Божий, они не имеют. Но они приходят обольщать. И волосы у ней, как волосы у женщин. 9.8. Этим указывается на бесовское сладострастие и возбуждение к блудодеянию и любодейству. Так что если человек ощущает в себе подобное, то это есть в нем результат демонических сил. А зубы у ней были, как у львов. И здесь только подражительность. Это указание на их свирепость и убийственность. Этим указывается на то, что они слуги того, кто ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Можно здесь увидеть и указание на то, что внешне саранча имеет как бы женственный мягкий характер, волосы, как у женщины. А на самом деле она жестока и кровожадна, зубы, как у льва. На ней были брони, как бы брони железные. 9.9. И здесь не железные, а как бы железные, только подражение истинному. Означает же это демонское жестокосердие саранчи, ее готовность к брани и неприступность. А шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. Подобно множествам фараоновых колесниц, гнавшихся за израильтянами, бездна выпускает на святых эти демонические колесницы.
скачет по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени. Иаиль 2.5. И такова дана даже еще не сама саранча, а только шум от крыльев ее. Слышится уже стук колесниц ада, шумом рассекают воздух крылья ангелов бездны. Бодрствуйте, христиане, мужайтесь! У ней, у саранчи, были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. 9.10. Весь 10 стих есть просто дополнение 5 стиха. Жало — это есть грех, а сделанный грех рождает смерть. Находятся эти убийственные жала на хвостах саранчи, подобные скорпионам. Этим подчеркивается омерзительность этих существ. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Аввадон, а по-гречески Аполлон, Аполлион. Этим завершается картина о саранче. Вслед за полчищами демонов выступает их предводитель, Вельзевул, князь бесовский. Сатана. То, что сатана действительно был, как и прочие демоны, заключен в бездну, мы видим в 20 главе 3 стихе, где описано, что Христос низверг его в бездну и заключил его и положил над ним печать. В кончину же века сатана со всеми своими полчищами демонов будет выпущен из бездны. Дьявол этот, ангел бездны, царь саранчи, найдет себе тогда в лице Антихриста достойного выразителя своей злобы и сделает его своим сыном погибели, и даст ему силу свою и великую власть. Здесь мы видим также, что и среди демонов есть разные чины. Демоны – падшие ангелы. Из какого лика отпали от Бога, в таком лике пребывает и в преисподней. Так и апостол перечисляет среди них начальство, власти, мироправители. Здесь же мы видим ангела бездны, царя, князя бесовского. Он падший херувим, Иезекииля 2.16, и царь преисподней. Имя этому ангелу по-еврейски «Аввадон». Еврейское слово «Аввадон» непосредственно означает «гибель». Со временем оно сделалось названием места гибели и истребления царства смерти. Иов 26.6, 28.22, притча 15.11, 27.20. А так как дьявол имеет державу смерти, Евреям 2.14, является виновником смерти, человек-убийца от начала, то он является как бы олицетворением гибели и смерти, и потому назван здесь Аввадон, губитель, и справедливо, ибо он губит всех покоряющихся ему. То же самое означает и его греческое имя Аполлион, губитель. Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. 9.12. Кончились бедствия 5-го трубного гласа, 1-е горе. Идут еще 2 горя на вселенную, 6-й и 7-й трубные гласы. Либо нужно думать, что действительно будет смена одного горя другим, либо, что более вероятно, это только смена видений, явленных святому Иоанну, а реально это все просто описание великой скорби в кончину мира. Из всего явленного святому Иоанну в Апокалипсисе мы видим ту огромную и таинственную роль, которую играет ангел во всех событиях земной жизни. И только наша духовная слепота не позволяет нам все это ясно видеть.
Если бы мы сейчас смогли прозреть, то увидели бы, что мир вокруг нас горит и полыхает огнем. Воздух вот этой комнаты, где мы находимся, заполнен бесами, которые как пчелы роем нападают на человека и ищут, где бы проникнуть в него. Но увидели бы и воинство небесное, которое ведет брань с демонами, как и говорит русский писатель Достоевский, что дьявол с Богом борется, а поле брани сердца людей. Так за каждой нашей мыслью, словом, поступком стоят ангелы. Идет борьба ангелов и в судьбах народов, как это особенно явно было пророку Даниилу. Он видел, что участь еврейского, персидского, греческого народов определялась борьбой ангелов этих народов. Даниила 10. Павел Флоренский говорит, что если бы мы были духовно зрячи, то нам в храме не нужен был бы иконостас. Мы бы тогда видели, что на этом месте на самом деле предстоят ангелы и святые. Иконостас — это окно, открывающее нашим глазам то, что тут невидимо присутствует и происходит. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом. 9.13. Здесь берется образ ветхозаветнего золотого жертвенника курений, стоявшего во святилище. Исход 31, Откровение 8.3. Он имел форму прямого параллелепипеда, длина и ширина — локоть, высота — 2 локтя. Вверху на четырех углах он имел роги, весь он был обложен чистым золотом. Пред этим жертвенником были вознесены Богу ангелом молитвы святых. Они дошли до Бога. И теперь, как бы в ответ на эти молитвы, святой Иоанн слышит голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом. Голос этот говорил шестому ангелу, имевшему трубу: «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате». 9.14. Определенный член пред этим словом говорит о том, что это определенные четыре ангела с особым назначением, а именно ангелы, связанные при Евфрате. Цель их освобождения — умертвить третью часть людей. Этим они отличаются от четырех ангелов. 7.1. Наоборот, сдерживавших вредные порывы четырех ветров. Эти и те ангелы суть разные, имеют различные назначения. Евфрат — это колыбель человечества. От его потоков напоивались первые люди. Там некогда был Эдемский сад. Там начало человечества, начало культуры и цивилизации. Там же и начало нечестия, великий город язычества и нечестия Вавилон. И вот здесь мы видим связанными четырех ангелов. Святой Андрей Кесарийский разумеет под ними Михаила, Гавриила, Уриила и Рафаила, связанных весельем божественного созерцания и вместе с другими бесчисленными ангелами, разрешенных в день судный для осуждения нечестивых. Или же, что более вероятно, под этими ангелами надо разуметь связанных до последнего времени прелукавых демонов. По изволению Божию, одни бесы были осуждены в бездну, другие — в свиней, иными переполнен воздух. Так мы видим, что бесы связываются в определенных местах. Эти четыре ангела связаны при Евфрате. Здесь, при реке Евфрат, прежде всего появится зловредная деятельность этих всегубительных ангелов. Здесь, среди народов Востока, пораженных мусульманским учением, будут войны и несчастья. Отсюда народы Востока и Севера двинутся на Израиль. Многомиллионные воинства учения и идеи ада, освободившись,
уничтожат треть человечества. Возможно, что именно этой связанностью четырех ангелов, бездны при Ефрате, и объясняется то, что народы этих мест так и не приняли христианство, а является оплотом мусульманства, религии, не принявшей Христа своим спасителем. Масоны утверждают, что эти народы целиком примут их религию, которая есть не что иное, как религия Антихриста. Связанность четырех ангелов при Ефрате и освобождение их здесь можно рассматривать и как указание на Вавилон, великую блудницу последнего времени. Там, в этом средоточии нечестия и блуда при кончине века, демоны получат полную свободу действий. Ефрат был в Ветхом Завете границей земли израильской, и, так сказать, границей благочестия и истинной религии. Бытие 15.18, Второзаконие 1.7. И там за Ефратом была полная свобода для деятельности злых духов. Так в кончину века, вне страны благочестия христианской церкви, среди нечестивых, особенно среди народов, отпавших от христианской веры, от ее спасительной силы, злые духи снова проявят свою полную власть в народах, и в сердцах отвергшихся Христа найдут место демоны. И освобождены были четыре ангела, приготовлены на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. 9.15. В предвечном плане Божием уже от века определено это страшное время, когда силы ада будут выпущены на волю. Точно определен год, месяц, день и час этого события. Тысячелетия долготерпит Бог восставшее человечество, но преисполнится чаша его гнева и опрокинется на землю. Горе, горе, горе живущим тогда на земле! По действию выпущенных злых духов начнутся страшные бедствия, которые унесут в могилу треть человечества. Это будет при Антихристе. Мы видим, что всюду поражается одна треть. Так поражены были третья часть деревьев, моря, рек, небесных светил. Здесь указано, что погибнет третья часть людей. Возможно, это соответствует тому, что некогда отпала от Бога третья часть ангелов. Смерть это будет настигать не только нечестивых людей, но и всех вообще. Множество истинных христиан прольют кровь в исповедании своей веры, окажутся жертвами антихристовых бедствий. Нелегко себе представить, что умерщвлен будет каждый третий. Но вот в малом сатана репетицию уже провел. В течение неполных 4 лет в небольшом государстве Кампучии с населением 8 миллионов собственным правительством уничтожено 3 миллиона своего же народа. Не дыхание ли это преисподней? Связаны еще 4 ефратских ангела, но уже расправляют крылья. Сразу по освобождении 4 ангелов святой Иоанн видит великое многочисленное конное воинство. Число конного войска было 2 тьмы, и я слышал число его. 9.16. Тьма — это 10 000. Так что Иоанн видит 200 миллионов всадников. Интересно, что это число воинов ада соответствует числу ангелов, предстоящих престолу Божию, виденных пророком Даниилом 7.10 и святым Иоанном 5.11.
Навряд ли во всех этих случаях следует разуметь действительное число, скорее это просто указание на несметность и многочисленность этих воинств. Так видел я в видении, имеется в виду видение, открывшееся святому Иоанну после шестого трубного ангельского гласа, коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Таковым предстает это воинство последнего времени, имеющее истребить треть человечества. Под конями Андрей Кесарийский понимает жена неистовых и скотоподобных людей, и вообще находящихся во власти демонов. На них всадники, управляющие конями злыми людьми, но всадники были... На всадниках брони трех цветов, огненные, гиацинтовые, голубые, синие, соответствующие дыму, и серные, то есть желтые. Зловещая яркость этих трех цветов броней была отблеском того адского пламени, которое было смешением огня, горящей серы и дыма, вылетавших изо рта львоподобных голов. Головы у коней, как головы у львов. Этим указывается их убийственное зверство и хищность. Некогда в древности произошла подобная катастрофа, когда пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли. Так в кончину века, по нашествии этих страшных полчищ, в огне, дыме и сере потонет мир. Еще недавние толкователи апокалипсиса не могли себе представить таких войн. Теперь же, в век атомного и термоядерного оружия, это уже вполне представимо. С другой стороны, валящие изо рта этих неистовых коней огонь, дым и сера — это грехи, ядовитостью своих внушений и соблазнов пожигающие и отравляющие сердца людей, так что третья часть их погибнет. Теперь объясняется, что всегубительная сила коней заключалась как бы в двух источниках. Во-первых, во рту их, из которого выходили умерщвляющие огонь, дым и сера. Во-вторых, и в их хвостах. О них сказано, что хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Так мы видим до кончины века разрушительную деятельность сатаны, древнего змея. Как и в предыдущем явлении о саранче, видим эти вредящие хвосты. Там были хвосты, как у скорпионов, здесь как у змей. И там видим, что хвосты эти несут не саму смерть, а только вредят. Но это вред, предваряющий убиение. Сначала человек делается жертвой этих демонических хвостов, ужаливается через грех древним змеем, а там уже идут и конные полчища со смертоносным огнем, дымом и серою. Казнь шестой трубы в ярких красках рисует нам картину войн последнего времени, о чем и Христос говорил: «Услышите о войнах и о военных слухах, ибо восстанет народ на народ и царство на царство».
Далее говорится об оставшихся в живых после этих бедствий. Кажется, что после стольких вразумлений и наказаний должны люди обратиться к Богу. Но не так на самом деле. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих. Таково будет отступление от Бога. Столь велики злоба и ожесточение людей, а также власть над ними освобожденных демонов, что люди к Богу не обратятся. Время покаяния истекло. Тогда действительно исполнятся горькие слова. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Иеремия 8:20. Каковы же будут дела рук этих обезумевших в злобе людей? Они не вразумятся так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. Об этих идолах говорит и псалмопевец. Их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортанью своею. Подобны им да будут делающие их и все надеющиеся на них. Псалом 113, 12, 16. Строгое послание на эту тему пишет пророк Иеремия к пленникам, отведенным в Вавилон царем Вавилонским. Послание Иеремии 1.72. Этим бездушным предметом поклонялись люди, не зная живого истинного Бога. Но поклонение, воздаваемое идолам, восходило к демонам, как писал святой апостол Павел, что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Потому идолопоклонство было отнюдь не столь безобидным грехом. В послании к семи малазийским церквам мы видели различные формы идолопоклонства, как они распространены теперь. До самого конца люди будут изобретать все новых и новых идолов и служить им вместо Бога, пока не поклонятся самой иконе Антихристовой. Здесь уместно вспомнить ересь иконоборчества. Она вспыхнула в 8-9 веках и была соборно осуждена отцами церкви. В первое воскресенье Великого Поста Святая Церковь празднует это торжество православия. Но вот в сектантстве с новой силой вспыхнула эта ересь. При этом они основываются на таких листах Писания, которые мы только что привели. Псалом 113 и Апокалипсис 9:20 и другие. Мы не будем здесь излагать православные учения об иконопочитании. Укажем только на несостоятельность возражений против иконопочитания на основании их мест. Беседуя с сектантами об иконах, видишь, что в этом они совершенно разучились отличать священное от несвященного. Иконы – священные изображения, они называют идолами, и применяют к ним вышеприведенные места об идолах и служащих им. Дело в том, что пророки, святые, здесь вообще не говорят об иконах. Что есть идол и что есть икона? Идол – это обожествленный людьми предмет. Этому предмету поклоняются как Богу. Такому поклонению научил людей не Бог, а демоны. Поэтому апостол и говорит, что идолопоклонство есть поклонение бесам. Икона, по-гречески изображение, не есть обожествленный предмет, а потому она не идол. Иконы – это видимые изображения священных лиц и событий. Это богоявление. Бог Отец в виде ветхого днями, Сын Человеческий, каким его видели люди –
Дух Святой в виде голубя или огненных языков. Это и образы ангелов, какими они являлись людям, и образы святых угодников Божиих. Честь, воздаваемая Богу ангелам и святым, непременно сопровождается и чествованием всего с ними связанного, потому и чествуют иконы. Чувствуя образ, прославляют изображенного. Сам же образ, икона, за божество не почитается, а является только проводником божественной благодати. Далее показывается глубокое нравственное падение людей последнего времени. Напрасна и пуста мечта о нравственном прогрессе человечества. И что хуже всего, люди теряют способность к раскаянию в своих грехах. Грех становится для них чем-то неотъемлемым, и они его не хотят и не могут отсечь. И не раскаялись они в убийствах своих. Треть человечества будет убито, но не раскаются в том люди. Спрашиваешь, неужели это может быть? Но не полна ли история примеров нераскаянности в массовых убийствах? Совершав массовые преступления, истребив народ, не каются. Не в чародействах своих, то есть в религиозных волхвованиях, которых и ныне весьма много, заговоры, нашептывание, отпевание живых, колдовство, магия, непосредственный культ сатане у Люциферян. Употребленное здесь слово «чародейство», искусство смешения ядов и лекарств, означает и причинение вреда ближнему через наговоры и ядовитые вещества. «Не в блудодеянии своем», — неоднократно говорит Апокалипсис об этом грехе. «Блуд, прелюбодейство, разводы, аборты, предупреждение зачатия, скотоложество, мужеложество». Гомосексуализм затопили мир. Не в воровстве своем. Кажется, ну уж это-то грех нищих, плебеев, низкородных, да невоспитанных. Но и эта язва не оставляет нас. Вроде бы ликвидирована нищета, все уравнены, получают воспитание и образование. Но почему везде замки и решетки? Почему часто на 5 минут нельзя оставить лежать где-нибудь даже маловажную вещь? Почему и ныне, что с воза упало, то пропало? Почему с любой работы все тащат, что могут? Уже и говорят, не где купил, а где достал. Проворовались, но не раскаялись в воровстве своем. В главе 10 апостол Иоанн описывает видение, прерывающее течение откровений, которые ему давались до сих пор. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его... как столпы огненные». 10.1. Здесь святой Иоанн видит другого ангела, ранее ему еще не являвшегося. Это один из высших ангелов Божиих, посланников Всевышнего. Определить же точнее, какой именно это ангел, представляется трудным. Этот ангел показан другим или новым и сильным. Ангел является сходящим с неба, как посланник Бога Небесного, возвещающий земле волю и определение небес. Не надо думать, что святой Иоанн теперь уже на земле, потому что видит сходящего с неба ангела. Восхищенному на небо духу святой Иоанн и святого Иоанна равно открывались картины и неба, и земли, и преисподних мест.
взору тайновидца является вид ангела, облеченного облаком для обнаружения большей славы и величия. Над головой его была радуга, но эта радуга была не смарагдовая, но вокруг престола сидящего, а обычная семицветная. Лицо ангела как солнце, поэтому можно и представить себе здесь радугу как преломление света ангельского лика в окружавшем его облаке. Радуга – признак божественного милосердия, окончания суда. Так этот ангел является вестником кончины мира, близости грядущего суда, а по его окончании – излияние божественного милосердия на праведных и гнева на нечестивых, что особенно показывают ноги, как столпы огненные. Так мысль от божественного милосердия, радуга, переводится к мысли о воздаянии, об огне суда и гиенны. Ноги, как столпы огненные. Рассмотрев внешний вид ангела, и видел я, святой Иоанн видит теперь, что в руке у него была книжка раскрытая. Святой Андрей Кисарийский говорит, что книжка, как небольшая и очень мелко написанная, содержит, возможно, имена и дела нечестивых, бесчинствующих на земле и море. Утверждать определенно содержание книжки трудно, но нельзя его и считать полностью неизвестным. Таинственная книга с семью печатями раскрыта, и вот теперь в этой книжке содержится еще то, что осталось нераскрытым после снятия семи печатей. Указание святому Иоанну после того, как он съел эту книжку, снова пророчествовать и говорить о том, что дальнейшие главы с 11 являются собой содержание этой книжки. Была большая запечатанная книга, а теперь уже только маленькая книжка. Это подобно как календарь в начале года толстый, но вот идет время, отрываются листочки, и к концу года тоненький календарчик. Скоро конец. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. Ангел является как громадный колосс, поставляющий одну ногу на море, другую на сушу. Он все покоряет наступающему суду Божию. Ничто и никто нигде не укроются от огня божественного суда. Иносказательно под морем можно разуметь все племена и народы из язычников, а земля – израильский народ. И всех покоряет ангел. 10.3. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. Это подобно, как у пророка Осии сказано: как лев он даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны. С запада встрепенутся, из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби. Осия 11.10. Этот возглас ангела послужил как бы сигналом к суду и к дальнейшему раскрытию пророческих явлений. Лев начал рыкать. Кто не содрогнется? Господь Бог сказал: кто не будет пророчествовать? Амос 3.8. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. Как бы семикратным эхом отозвался возглас этого ангела во вселенной. Эти семь громов
можно себе представить и как совокупность громов, которыми как бы отозвались на возглас ангелов все семь небес, существующие по народному еврейскому поверью. Это и семь известных из Псалтыри, из Псалма 28-го божественных гласов. Первый глас – глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас второй – глас Господа силен. Глас третий – глас Господа величественен. Глас четвертый – глас Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу. Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глас пятый. Глас Господа высекает пламень огня. Глас шестой. Глас Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кадис. Глас седьмой. Глас Господа разрешает от бремени лани и обнажает леса. Семь громов нельзя себе представлять, как обыкновенные раскаты грома, не имеющие ничего общего с членораздельной речью. Громы проговорили, то есть это была речь, которую святой Иоанн понял, ибо хотел записать, что они сказали. Но речь голосов была подобна небесным громам. Этим указывается, что страшно будет наказание, если уже кроткий ангел вызвал болезнь пророка Даниила, то каковы действия от этого ангела? Под семью громами можно разуметь или семь голосов этого самого угрожающего ангела, или, что более вероятно, это суть семь голосов других ангелов, которые предвозвещают о будущем. Этот ангел воскликнул, а семь иных громогласно вторят ему. Во всем этом блаженный Дионисий видит небесную иерархию, подчиненность одних ангелов другому. На небе все происходит по божественному чину. 10.4. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба. Навряд ли это голос самого Бога, скорее это голос какого-нибудь иного ангела, говорящий мне: «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». Святой Иоанн отчетливо понял сказанное семью громами, пожелал это записать, но небесный голос запретил ему это сделать и приказал скрыть. Тайна эта должна остаться до последнего времени, которое самими своими событиями и изъяснит ее. Подобное было некогда сказано и пророку Даниилу. А ты, Даниил, скрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. 12.4.9. Так, уходя с земли, Даниил и Иоанн, тайновидцы Божии, унесли с собой эти тайны, и только сама кончина века их раскроет. И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем.
10.5. Святой Иоанн описывает теперь клятву ангела. Для чего клялся ангел? Для большего усиления впечатления от откровения о непреложности божественного определения, а относительно предстоящего суда над миром. А также по причине нашего неверия уверяет нас в сказанном клятвою Создателем. Эта картина напоминает нам того мужа в льняной одежде, которого пророк Даниил также видел клянущимся. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится». Даниила 12.7. Здесь же ангел поднял к небу только одну руку, ибо в другой находилась книжка, и клялся живущим во веки веков, то есть самим Богом. Евреям 6.13 читаем. «Бог, давая обетование Аврааму, как ни Бог, ни кем высшим клясться, клялся самим собою». И ангела мы видим здесь клянущимся Создателем. Священное Писание дозволяет только клятву именем Божиим. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись». Всякая же иная клятва, чем бы то ни было и чьим бы именем то ни было, совершенно запрещается. В важных делах дозволительно призывать имя Божие во свидетельство истинности своих слов. Ангел клянется здесь Богом, называя его живущим во веки веков и Творцом неба, земли, моря и всего, что в них. Указывая именно на эти свойства Божии, ангел подчеркивает тем самым, что Бог, как всемогущий Творец, может довести свое творение до конечной цели бытия всякой твари. Содержание самой клятвы делится на два пункта. Первое. Ангел клянется Всевышним, что времени уже не будет. Вполне таинственный смысл этих слов нам, пожалуй, не раскрыт. Но вот несколько указаний на значение этих слов. Во-первых, этими словами указывается, что после шестого трубного гласа, без всякого промедления, скоро последует глас седьмой трубы. И тогда непреложно наступит конец. Круг земного времени окончится, история всей Вселенной придет к концу. Этого земного времени уже не будет. А значит, во-вторых, кончится и возвещенное Спасителем лето Господне благоприятное. Сегодня день благодати, сегодня можешь покаяться и совершить свое спасение. Если не сделаешь этого сегодня, тогда будет поздно. Тогда будешь с неразумными девами стучать в двери небесного чертога, но она будет закрыта. Поздно. Времени уже не будет. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О грешник, к Иисусу приди! В-третьих, здесь можно усматривать указания на вечность. В эту тайну наш разум сейчас еще проникнуть не может. Сейчас есть время. Все существует во времени. Собственно, время – это форма существования всего материального. Было, есть, будет. Этому подвержено все. Мы летим во времени. Суточный круг, годичный круг. Все указывает на время. И вот вечность. Вечности времени уже не будет.
Время не будет формой вечно бытия, это будет вневременное бытие. Не будет самого понятия времени и самого времени как такового. Какое-то понятие об этом дает теория относительности Эйнштейна, когда говорит о прекращении хода времени при движении со скоростью света. Потому там и не будет солнца и луны, ибо не будет кругов времени. А впрочем, все это великая тайна, непостижимая разумом. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. 10.7. Это вторая часть клятвы. Почему времени уже не будет? Потому что свершится тайна Божия. Это о домостроительстве спасения, о тайнах Божьих от века утаенных, но открытых пророкам и апостолам, Духом Святым, глаголовшим во пророках. Благовествовал рабам своим пророкам.